В Магадане состоялся диктант победы. Это всероссийская акция. Ее цель – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Всего 25 заданий, время на выполнение 45 минут. В городе действовало несколько площадок. Одной из таких стал Северо-Восточный государственный университет. Поучаствовать мог любой магаданец бесплатно. В результате участники могут получить независимую оценку о знаниях, о событиях Великой Отечественной войны. Получить посредством проведения этого диктанта мы можем объективную информацию об уровне исторической грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в данной сфере. Задания сформировали профессиональным сообществом, исходя из принципа компетентности и исторической грамотности. Участников, которые покажут наиболее высокий результат, поощрят. Об итогах магаданцы смогут узнать на сайте «Диктант Победы».